Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Утренний анекдотик такой, значит, сидят грузин, украинец и русский. Русский такой: эх, сейчас бы чаю с булочкой, да на печку с дурочкой. Украинец: а мне бы зараз сало с ветчиною, да в садочек с девчиною. Ну, грузин такой сидит: а мне бы сейчас вина с шашлыком, да в горы с ищак... А, нет, нет, один пойду. А, точно. С Ганером же проблема. Пиздец, блядь. Да? Куда хуяришь, блядь? Да тормози, ебаный дурак, блядь! Ебать, умру, блядь! What the fuck? Тело крадется. Где? Нет, куда не стреляй, вместе. Вот он. Сейчас выйдет. Беги, батон, туда. Где? Метро, туда. Да, за этим зданием, видим здание. Он это, с соседнего леса где-то по тебе хуячит. С того, где вот Кенси, где-то, нет? Кто в диспе стреляется? Диспе. Диспе, да. Стреляются. Кого в диспе? Там стреляют. Хорош. Пацаны. Буду стрелять, не вижу. Метка моя. У меня течет. Хорош. Понял. Продолжение следует...